четверо суток. Не спите? Я четверо. Ну да, мы с пацанами четверо суток не спим. А чего? Потому что, блядь, вода, все в воде, блядь, все мокрое. Все в воде, а... Блядь, а и все мокрые, да? Да. Не болеете? Пока что нет. Соплей нету пока. Это не водка. Хорошо. Ай? Пока водку пьем нормально. Водку пьете? Да. А где вы, блядь, берете? Какая разница, где вы берете? Вы что, охуеть совсем, блядь? По-другому нельзя никак здесь. Воюете, блядь. Ага, это тебя сюда. Ты уже пьяный, с***. Вы просто не были. Вот вы дома сидите и говорите вот так, что у нас не только ты одна такая, мы там, пацаны, тоже домой звоним. Вот так не ты, блядь. Ну если ты хоть выпил, то тебе, блядь, немножко, блядь, попроще становится. Ну, вы, блядь, не представляете, какая здесь ситуация. Вы вообще просто не представляете. Я вот стою, поле вообще, блядь, это поле. И просто лесополоса, блядь. Понял? Все, и больше никто тут нету, блядь. И хохлы впереди, блядь. Сейчас, не дай бог, в наступление не придут, а у нас, блядь, 30 человек в роте во всей осталось. 30? Да, у нас, похуй, всех людей, человек у нас. А рядом кто-нибудь есть вокруг еще? Да и есть, только до них дойти надо, а дойти до них надо как? Ты же, как до них дойти-то надо, блядь. Это 2 километра пройти надо до них, блядь. Угу. Вы не, просто не понимаете. Это именно по полю, да? Не по полю, по дороге. Ну, дорога вся... По дороге пройти. Да, вся вблизи. По лесополосе вам опять пройти. Ага, ага. Вы просто понимаете, это их у***ли все. И как тут не пить? Да тут, только и пить и надо. Вы знаете. Да как, где вы, я не пойму, где вы нашли, не ходите выпить. Есть варианты. Есть люди, которые в другом полку ездят в город, блядь. Есть. Ну, какая разница? И вам привозят, да? Мы деньги скидываем, нам привозят. И тут... А, вы на деньги не на жрачку, не на сигареты, а на водку. Блядь, не жрачку. Ну мы ж, я ж не один такой-то, мы все скидываем. Слушай, там все очень дорого. Здесь сигарет самая дешевая, как корона. 300 рублей. Здесь очень все дорого. Не все так просто. Это ж не на гражданке, не мы на войне. Попал ты не туда, короче. Туда, блядь, меня призвали, я и пошел, блядь. Нет, тебя не призвали. Ты сам тогда говорил, что ты не хватало человека, вот ты и рванул у пехоту. Меня все равно призвали бы потом.